соглашение о сотрудничестве между Сингапуром и Гонконгом. Денежно-кредитное управление Сингапура и управление денежного обращения Гонконга 25 октября подписали соглашение о сотрудничестве для создания проекта трансграничной торговли, касающегося разработки финтех. Подробности сделки и какая платформа будет представлена, пока не ясны и будут объявлены в следующем месяце. Управляющий директор МАС Рави Менон сказал, что МАС рад наладить партнерство с HKMA, в ходе которого они создадут проект по расширению коридора торговли между двумя финансовыми центрами.